Приехали в отель «Герман Белазур» в Белеке. Очень зеленая, компактная, уютная территория. Два номера находятся. Пик сезона максимум 1600 человек. Как мы видим, здесь 7 блоков находится. Bütün bloklar birbirine bağlantılıdır. Sadece şu iki blok bağlantısı yok. Bunlar buradan girmiyor. Hepsi bağlantılı. Все блоки соединены друг к другу. Единственное, вот эти два блока, у них код отдельный. Как бы остальные блоки могут перейти с одного в другое. Ana restoran burada. İçerisi ve teras kazanları. Главный ресторан внизу. Террасы закрыты. Açık büfe. Спа merkezimiz orada. Hamam, спа-центр с левой стороны. Indoor, фитнес-центр и так далее. На пляже снег бары, снег и амфитеатр находится там. 4 tane à la carte var. 4 à la carte ресторана. Türk kebap, Asya şey uzak doğu, Asya diyelim. Türk kebap, Asya, Akdeniz bir de balık. Рыбный, средиземноморный, Asya и турецкий. Это à la carte ресторана. Alakart'tan haftada bir kez ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Rezervasyon yapıyorlar bir gün önce. На раз идет бесплатно Alakart ресторан, второй раз уже идет за дополнительную плату. Аквапаркımız var. Когда мы видели, там с правой стороны есть аквапарк, 9 горок находится. Сай tarafında mini kulübümüz var, çocuk havuzu var. Опять же, в сторону пляжа там мини-клуб. Развлечения для детей находятся там. Во всех номерах мини-бар находится и ежедневно обновляется. Герман Белазур. Family room. 39 metrekare, 2 yatak odalı, 1 banyolu. 39 kvadratlık metre, 2 atzenli numero, 1 duş akabin. Bizde küvet yok, sadece duş var, bütün odalarda. Здесь туалет, ванная нет. Здесь это кабинка. Aile odalarında 2 mini bar, 2 tane televizyon var. Family numero, 2 mini bar, 2 televizyon. Aile odaları yarı deniz ve kara diye sosuluyor. Стандарт, ама, сори. Это стандарт. Стандартный номер. Стандарт. 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 С прямым видом на море. Экстра такой номер, 2 антибиотика.